Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей криптомонет хочу поделиться новым краном по сбору монеты BNB. Кран стартовал вчера. Значит, регистрация здесь наипростейшая. Друзья, здесь почитайте. Это покупка уровней. Это по желанию. Кран абсолютно без вложений. Здесь без вложений можно неплохо заработать. Делаю все в режиме онлайн. Прохожу регистрацию при вас. Значит, нажимаю старт. Здесь можно зарегистрироваться при помощи кошелька MetaMax и Binance Chain Wallet. Вот это я не знаю, что это такое. А MetaMask, вот он у меня. Я его заранее открыла и добавила токен BNB. Как добавить токен? Вот сюда кликаете «Добавить токен», прописываете большими буквами BNB, и вот он у вас встанет сюда. Значит, как видим, у меня все здесь по нулям. Да, но заранее кошелек, чтобы был открыт. Чтобы он сразу автоматически как бы встанет. Я кликаю вот на этот значок. Видите? Кликаем. Нет, наверное, вот так надо. Сюда. Ждем. Вот страничка загружается. Так, подключиться к MetaMask. Далее. Так, подключиться к аккаунту 1. Разрешить этому сайту. Подключиться. Подключение. Все. Так. Сейчас посмотрим. И я... Так. Надо опять зайти. Сейчас зайду. Сейчас я зайду. И вот я. Вот теперь логин опять нажать. Логин. MetaMask. Опять меня первое. Что-то я не так делаю. Нет, обратно назад. Логин. И вот, да, вот видели, да? Смотрите, как у меня. Поставите на паузу и будете смотреть, как я это все делала. Вот мой адрес кошелька встал уже. Вот мой аккаунт. У меня монет по нулям. Депозит делать это не обязательно. Вкладочка «Вывод». Вывод здесь, по-моему, от 1 миллиона. Да, 0.01 BNB. Вот. Когда будет что выводить, будем выводить. Далее. Реферальная программа у нас. Находится наша партнерская ссылочка. Свою я оставлю в описании под видео. И что? Выход. Далее что? Клейм. Как я сказала, здесь вот апгрейды вот эти делать. Это по желанию, их не обязательно. Мы на бесплатной основе просто собираем монетку. Так как кран только что стартовал, разгадываем капчу. Он неплохо дает, друзья. А дает, значит, надо брать. Клейм. Так, что нам здесь? Но капча. Перевести на русский. Откройте депозит в BNB и заработайте. Нет, нам это не надо. Это мы закрываем. Это нам предлагают купить.
И посмотрите, мне вот был баланс по нулям, и мне вот капнуло 1317 монеток. Как наберу минимальную сумму 0.01 монетку, сразу же поставлю на вывод. Вот. Вот такой вот кран. Кран дает раз в 5 минут. Опять клейм. Я разгадываю капчу. Но у меня не прошло 5 минут. Это просто вот я так для видео хочу посмотреть. Клейм. Нам это не надо. Закрываем. Еще прибавилось. Смотрите, стало 2410. А вот здесь раз в 5 минут, видите, капает. Когда таймер будет, наверное, на 100%. Видите, здесь проценты. Да, таймер набегает. Давайте-ка я поставлю на паузу, друзья, и обожду. Вот. Тут вроде раз в 5 минут. Я смотрела вчера видеообзор, и парень говорил, что раз в 5 минут... как бы сбор идет. Набирается 100%, таймер останавливается. И мы должны собрать. Ну, а пока пауза. Значит, смотрите, друзья. Прошло 5 минут. Вот здесь стало 100%. Таймер остановился. И обратите вот внимание вот на эти ромбики. Вот они все заполнились. И мне вот эти 100% 5 минут монет накапало на 5209 вот этих монеток. Сейчас у меня 2410 вот этих монет БНБ. Кликаю теперь клейм. И соберем сейчас монетки. Пропустить. Подтверждаем. Опять нам предлагают купить. Нам это не надо. И ромбики все обнулились. Таймер запустился. И у меня на балансе стало 7619 БНБ. Напоминаю, кран только стартовал. И минималку можно набрать быстро. Раз в 5 минут накапало 100 монеток. Ой, 100%. Собираем. Вот. Вот такой вот кран. Далее, что здесь еще? Новости. Есть вопросы-ответы. Это все можно также перевести на русский язык. И все прочесть. Что такое БНБ? Что такое монетка? БНБ – это монета биржи Binance. Надеюсь, это все знают. Сколько я могу заработать? Как часто начисляются награды? Вот. Каждую минуту. Так, более одной учетной записи, естественно, не разрешают. Так, ну, здесь это все прочтете. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, собираем монетки. Ну, неинтересно, проходим мимо. Каждому свое. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.